Время приодеться. Привет, лучшие друзья. Мне нечего одеть. Что мне делать? Я не могу найти даже чистое белье. Я могу найти только по одному носку. Ладно, все, начну с футболки. Так, почему они не могут стать выглаженными? Ой, эта футболка пахнет саньем. Угадайте, кто это сделал? Наглая морда. Эта футболка вся в дезодоранте. А, я слишком толстая, чтобы носить белое. Это вся в автозагаре. А это рваная. Может, эту? Хотя я ее надевал недавно. Ой, чуть-чуть оголилась, извините. Мне нравится эта футболка. Но Стефани купила такую же гребаная Стефани. Ой, я знаю, что я надену. Мой комбинезон 7 класса. Ха-ха, у меня теперь будут верблюжьи копыта и трусы в заднице. Это слишком вызывающе. Лучше надену костюм кенгуру. То-то не то. Все, надену эту майку сверху и внизу что-нибудь вроде штанов. Эти джинсы слишком маленькие, эти слишком большие, эти слишком дерьмо. Может, клоунские леггинсы или космические леггинсы? Или просто обратно надеть пижамные штаны? Надену просто черные леггинсы. Какую же мне обувь надеть? Босоножки? Не, нафиг это дерьмо. Так, это не день сандалии Иисуса. Могу надеть мои кроксы. Все ненавидят мои кроксы, не волнуйтесь. Кроксы, я вас люблю. Я не могу надеть кроссовки, потому что не могу найти хоть какие-то носки. Нет. Свитер для ножек? Фу, свитер для ножек. Где ну шлепки? Я замерз, но мне нужно что-нибудь еще. Я похож на библиотекаря? Верни книгу, в четверг я тебя прикончу. Да не целая футболка. Это слишком зеленая, слишком фиолетовая, слишком красная и тигровая, слишком леопардовая, слишком... Что это вообще за фигня? Слишком детская, слишком... Нет. Yes. О, тебе тоже идет. Там нет дождя. Ощущение, что ее украли с помойки. Смотри на меня, я мужик-членом. Могу заняться конькобежным спортом. Отвали от меня, отвали! Надену одеял единорога. Где же мои все нормальные вещи? А, да. А они грязные. Видимо, придется одеть эту кофту. Эту же кофту я ношу каждый день. Я сваливаю. А, подождите, мне еще нужно кое-что. Это. Все, я готова. Друзья, к сожалению, болею, но вот и так с Дженом у меня сильно такая мужиковатая была. Сейчас совсем хриповатая такая певица шансона получилась. Но спасибо, что все-таки досмотрели. Подписывайтесь на канал там. Будете смотреть первыми видео Джены. Ну и не будете, там я еще всякое дерьмо снимаю, можете посмотреть. Вот. Ну, всего вам доброго. Мир вашему дому. Пока.